Всем моим зрителям огромный привет! С вами снова я, Юлия Crazy Nails. И сегодня я вам покажу абсолютно новую коллекцию от торговой марки Lianail, которая называется Dolly Moly. Эта коллекция состоит из 6 цветов розового оттенка. Пока этой коллекции нет в продаже, выход этой продукции запланирован на 3 июня. Думаю, уже больше половины мастеров поработали давным-давно с этой маркой, и у каждого сложилось свое мнение о ней. Первый цвет, который я хочу вам показать, это цвет с названием «Блестящий туфель». И сейчас мы посмотрим, как он будет наноситься. Я нанесла в один тонкий слой, укрывистость у него хорошая. При нанесении появляются небольшие неровности, и за счет того, что гель-лак самовыравнивается, то буквально через несколько секунд поверхность становится идеально ровной. Идеально ложится в два тонких слоя и даже не полосит. Следующий оттенок с названием «Розовые очки». Следующий оттенок носит название «Счастливая косметичка». Дальше оттенок «Модные духи». Далее «Волшебная пудреница». Последний оттенок – заветный кулончик. Этот оттенок очень похож на предыдущий, но в предыдущем есть небольшой микроблеск, который, кстати, еле-еле заметен. Хочу заметить, что эти цвета очень-очень популярны и всегда будут востребованы, поэтому долго на полках они у вас не будут застаиваться. Заказывала эту продукцию я на официальном сайте lianail.ru. Ссылочку на их интернет-магазин я оставлю в описании под видео. Также у них есть группа ВКонтакте и свой канал на YouTube. Если вам понравилась такая мимимишная, летняя, по-настоящему девчачья коллекция гель-лаков Lianail, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на меня в Инстаграме, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки на мои социальные сети будут в описании под видео. Ну а я вам говорю, до скорых встреч и пока-пока!